Так, ну что, вы готовы, команда? У нас есть курс. Так, а в чем там было задание наше? Миссия? Мы сохраняли... Муева 7 нужна нам? Так, миссия. Stolen Medical Supply. Я понял, еще не отобразилось. Fine. Знаешь. Еще Спасибо. Не отобразилось, надо подождать. Я тебе Face Pistol положу, ты можешь его продать. Правда. У него перегрев гораздо больше, чем... Он полтос дамажит, то есть 50-50, минус 1. То есть еще можно... Сильно, да? Почему да. у Шусеба оказался мой пистолет, блядь? Какой, а у меня красный, а у тебя мне Джокер, синий. Мне Джокер отдал. Beam Pistol плюс 2. Так я Шусу дал его, это у меня тоже. А, я понял, это я у тебя спиздил, Терентий. Я могу пиздить его со шкафчиков, я тебе положил назад. Нет, серьезно? Да. Да, я просто без пистолета. А у тебя хэви-бил, нихуя себе, Джокер, ты рарку походу выбил, блядь. Да, тебе дал. Она что рарная, такое? Реально. Хэви-бим пистол у Джокера рарная, она с... Сейчас я. Теперь она у тебя. Вот она, смотри. Сколько она нахуй по 80 сносит с удара, блядь. Я могу на абордаж заходить и просто пиздить ногами. А у меня 50. Как она называется? Хэви как? Хэви Бим Пистол плюс 2 Джокер в Испании. Если 8. Его продавать, он, наверное, достаточно стоит. Так, ладно. Хэви Бим? Хэви Бим, да. А у меня просто Бим. Я видел, я этого тоже уже повязал. Так, Терентий, у нас есть курс, ебать. Заряжай вардышки. Где мой арбуз? Блин, я случайно тебя положил пистолет. Да, я тебе смартать тебе его? Да. Сейчас. А там вообще без оружия. Сейчас отдам. А ты в меня его прям куда вложил? А, прям в меня? Не, в инвентаре. А как ты в инвентаре мой вообще попал? Так, я, ну, когда ты нажимаешь в инвентаре, ты можешь чужие инвентари смотреть же. Ну, я тебя бросил его назад. Можем лететь. Я готов. Я тоже. Нажимайте. Да? Поехали. Инициировать. Смотри, ты на корабле? Я уже на трейде. Мистек. У нас Cyber Defense 1.4. Это, наверное, хорошо. О, ядро вообще найс. Nice. Два дрона. Они будут вражеские. Когда? Сейчас. Может, не будет 8 км и 4 км. Вот та, которая снизу, может быть, сейчас начнет нас пиздить. Скорее всего, так и есть. Мы готовы. Но если не начнет, мы можем улетать. Хорошо. У нас нет, не, он начнет. У нас просто я вкачал скилл. У нас детекшн очень большой. Из-за этого они пока нас понял. Не видят. Ну давай тогда. Стрелять по нему или нет? Да, Асмодей, давай начинаем. По какому? Дрон. А мы ближе. Можем улететь. Радуга, сколько нам еще заряжать? Будем фармить. Да я еще не начинал, я могу зарядить. Надо? Дрон А. Дрон А, Асмодей, огонь. Мы будем хэрить или будем заряжать, алё? Давайте, все, уже пошло хуя. Ну, уже огонь пошел. Они по нам начали стрелять. Так, щиты на максимум, оружие на максимум. Тереньте, можешь, если что, маневрировать тоже на максимум? Я тебе скажу. Я обоим на 60 секунд выключил двигатели. Хорош. Но они все еще летят между делом. Я возьму рейлган. Так, да, дрон А. Я могу к вам прийти помочь, надо помочь? Не, не надо, не надо. Я выключу им регенерацию щитов. С рейлгана пуск мимо. Все, вы за минуту рейлган. Должны их убить. Хорош, сейчас убьем. Пока фарм пошел. Блять, дергают наверх, это после выстрела, наверное, за большой пушки, блять. Да, дергает. Тихо, полегче, блять, родной. Или давай к нему в спину заходи, блять, или вообще никак. Так мы и так в спине у него. Ах, как сложно. Да, дергает, ебануться просто. Слушай, он попал, да, попал, 8-6. Что? Я могу наши двигатели есть, усиливать. Один есть, давай ты на второго. Пилот? Цель Б, 7 километров. Конечно. Ты говори, когда надо. Будет сложно. Я лечу к ним. Давай. Если тебе надо в два раза быстрее лететь, ты мне пуск, говори. Может, упаду, блядь. На 108 на 7 километров, нихуя я ему въебал. Все, они теперь полностью функционируют. Ну-ка, попыточка второго, блядь. Эх, мимо. Еще один. Мимо. Б, выключены щиты. Ты ему вырубил щиты? Нет, у него выключено, он остался один последний. Он не восстанавливает их просто. Есть 86. Давай за ним. У него 420 хп осталось. Сейчас наебашим. По нему лазерами насолим. 38 хп. Ну все, ему пизда, я добью рейлганом. Не, я не попал. Капитан не попал. Сейчас, пизда ему. Раду, понизь. А, капитан убил. Да, все в порядке. Понизил. Собираем вот. Точка есть, Терентий? Давай лут собираем пока. Я, аккуратно. Они отключили движки, не могу. Сейчас, сори. Ведь вот дай полные движки тогда. Это я отключил. Давай как дела с перегревом? Движки. Ебать, у нас все плохо с перегревом. Терентий, Не, все нормально, просто сейчас все будет. Ты летишь быстрее? Давай. Не знаю, я не просу. Так, вот он кредит должен лететь быстрее. По кредитам, в принципе, все неплохо. Так, ищите, где еще синенькие фигни вы выбили. Раду, иди сюда, быстро разряжается. Нет, скажи, да, летят быстрее, чем обычно.
Ого, нихуя себе, я лечу. Вроде так же. Быстро? А что ты повысил? Ебать, я повысил, типа, силу движков на 30 секунд. Ебать, ребят, движки, когда вот летишь 600 км в час... Быстренько, это, да, Иваша? Метров в секунду, да вообще... Сейчас ты помедленнее будешь лететь. Я пойду проверять, что мы собираем. А мне уже не надо лететь, я уже просто... Если что, я в трюме. Так, все, заряжай. Мы имеем скраб... Или можете подождать. Мы подождем, пока да, охладится. Scrap RXC CCP. Да? Интересно, что это такое. Давайте посмотрим, что это за RXC. Да, давайте. Минутку. Смотрите, а Very efficient shield co-processor. Increased integrity and slightly booster charge rate. Never leave home without it. Хорошо, куда это ставится? В процессор, наверное. Нет? Что это такое? А, у нас есть такой процессор. У нас плюс 50-50. Плюс 50-50. А, мы взяли такой же процессор. Мы взяли процессор, который бустит щиты на 50. Ну, когда ты делаешь бусты нам, он дает аж 50, понял? Угу. К щитам. Ну, мы выбили такой же. Куча скрапа, всякая хуйня. И генератор щита, который дает 700. В то же время наш генератор щита вырабатывает 875, поэтому ну и их можно будет продать. Конечно. Все, мы готовы прыгать, прыгаем. Включай свет, Радо. Готовы прыгать? Да. Да, мы прыгаем. Давай. Мы прыгнули уже. Хорошо. Там Total Usage Radu маленький. А смотри, на пушки, потому что сейчас... Да, да, уже. Я это все сделаю. Мы, кстати, можем прыгать и не скипать. В принципе, такое же. Ну, минута 50. Два security дрона, вот так, который ближе, посмотри. 8,6 и... Бэшка нас уже заметила. Слушайте, надо А, он большой. Огонь по Бэшке, огонь по Бэшке. Не, маленький, надо А убивать. Маленького сначала уже. Ребята, маленький мало урона. Маленький нас не видит нас. Пока. Огонь по Бэшке есть 108. Видит. Ребята, у большого 1700 хп. Понял. Это у Бэшки? У Бэшки 1700? Нет, это у А. А мы бьем Б. Мы бьем Б. Бэшка он слабый вообще, он нам не наносит урон. Ну мы его и убьем сейчас. Раду, заряжайся, я перевернусь. Щиты заряжаю. У нас щиты заранее падают. Чардж заряжай. Есть. Какой чардж? Ну заряд. Если уйти надо. Ёпта. Твою мать. Я могу восстановить щит. Давай. Выключи щит. Давай, выключи восстановление у security base. Не, щиты у нас нормально, они загружают. Ебать копать! Я нормально взорвалась. Ты его почти убил. Хотел. Вот давай, все, мочи ашку, смотри, я убью этого. Все, бэшку. Щиты на полную, щиты на полную. Кереньки ниже, мы его не можем. Переворачиваюсь. Я еще постану щитов. Хорошо, давай, нормально. Давай. Мы вроде держимся. Температура еще 30%. Бля, опа, сейчас смогу. Тихо, родники, гум. Так, у нас щиты выключились, опять же включились. Хорош. Щиты нормально. Хуярим. Щиты фул у нас уже. 342, нихуя себе. Ну я 900 да. Усилил, типа. Можешь его остановить? Джокер, можешь его остановить? Нет, у меня все перезаряжается. Я ему сбил щиты. Есть, три, блядь, так маловато. А вы на ход стреляете или конечно, прям у меня пушка на ход должна стрелять. Нихуя себе, это ты просчитываешь? А что? Там у меня есть система наведения, помогает мне. А. Ебать, по нам пиздячили очень сильно. Тяните, где засекаемости наших пушек. Понял, сейчас я пощусь. Скажите, когда будете стрелять, я обогнусь. Я ему начинаю, я очень мало ему бью, начал бить по 30, не знаю почему. Потому что ты ему уже не в щит бьешь. Да. Так я раньше... А, ребята, вы ему убили сейчас, этот... Реактор, бейте ему теперь в этот, в ползунки такие. Понял, я поставлю ползунки, я выберу. Они у него просто уже все кончилось из этого. Я понял. Ебашу в ползунки. Лаборатория нам не нужна, я лабораторию продаж его. Не, нужна лаборатория. А это дрон, ты не можешь на него телепортироваться, да. Там нет никого. Так, у нас щиты офлайн, я переключаюсь на физическую защиту. Нет, у нас щиты все. У нас написано офлайн, они еще не зарядились. Нас... Чувак, нормально все щитами? Джокер, у нас ебать, все со щитами я... Парни, очень светло? Вы не понимаете, как это работает. Мы не понимаем, как это работает? Ладно. Там написано, вижу... QT Shields, офлайн, неважно, как. Да, но у нас щиты, они, это означает, они что... Они есть, бить. Но они офлайн, Раду, они не работают. Но они, смотри, видишь, заряжаются. Они заряжаются, но не работают. Пушка, пацаны, можно больше энергии. Очень мало пушки. Энергии. Дал энергии. У нас энергии. Перегрузка идет. Не, нормально, если что, мы не поймем. Все, я останавливаюсь. Дал энергии. Я переключился. Так и держи, сейчас мы его выебем. Как только дал энергии, урон стал нормальный, блядь, сразу. А нет, такой уже. Все, ему пизда. Держи энергию такую. Ебать, я держи. Слышь, он такой же, блядь. Ты не попал, что ли? Давайте быстрее, еще 500.
Всё, ебашь. Лутай его давай. Полную энергию на движки, блядь. Двигатели. Я на мостик. Сейчас, секунду, я все сначала убавлю. Как с перегревом дела? На движки дал. Как перегрев? Перегревом, блядь, было аж ровно 4900, пока глупень. Было 500, но всего 5000 было. Тут дело все в том, касаемо нашего корабля, да, если брать корабль, то у нас уже стоит новый движок, который должен выдерживать. Он не выдерживает, что реактор? Не, грубо говоря, он выдерживает. У нас же два корабля, это уже... Максимальный темп, у нас полный этот... Мне кажется, что тот, кстати, пацан... У нас полный карго. Алло, парни. Я вижу. Мы не можем забрать это. Я выбираю мишень. Так. Давай просто долетим быстренько. Мы можем выкинуть скраб и взять что-то нормальное. 1379. Парня, мы за добро. У нас по дороге, знаешь, что? Вот это нам по дороге. Угу. Стоит цель у тебя? 1379. Угу. Все, давай в нее. Парня, мы за добрых играем или за злых? Я не знаю, за кого мы играем. Типа мы можем активировать маяки не стоит. И убивать цивилиан шипы. Не надо, нам хорошо. Итак. Сделай путь. Только что он был, и сейчас нет. А, проверяй. 1379. Есть. В 1379, Джокер, что там у нас? Сейчас скажу. Без звуков? Без. Мы тогда не одним прыжком. Мы сейчас летим в 268. Colonial Union Discovered. А куда мы сейчас летим впереди? Какие координаты мы летим? 268. Понял, а если я... А, ну давай. Я посмотрю счет. 268. Активировать прыжки, я сделаю работу за радугу. 268. Не, я нажал уже. А, Colonial Union, там в принципе свои должны быть. Ну все, прыжок продлится минуты 40. Тринти может скипать. Даже минуты 50. Я арбузик кушаю. Кушай. Я пойду пасу тогда, не скипайся. Давай. Окей. Что, у меня в тролле сидеть 3 минуты, что ли? Ну, можешь выйти. Походи по кораблю. Повыключать скорость. Ярко, хочешь, конечно, там посмотреть, как оно кораблем летит, как корабль летит? Порулить дам. Да. Можно сесть на него? Сейчас. О, у нас такой классный, прям как в Еве. Посмотри. Не, в Еве лучше. Лаунж есть. Слышь, если бы не добавили в лаунж всякие карты, понял, было бы круто. Там шахматы, шашки. Ну только эта игра в раннем доступе еще. Периодически бы мы заходили там, походили бы, давай твой ход тереть, я пойду в рулю пока. Это было бы сильно. Или в дурака там играть, понял, по очереди. Пока летим, вот это вот, Jump in Progress, зашли бы все, за стол вчетвером сели и играли бы в дурака. Экзокостюмы в порядке. Я даже не знаю, ребят, у нас все хорошо пока. Я, кстати, хочу одеть костюм. Я только, знаете, что не понял, для чего огнетушитель пока нужен? Тушить пожары? Тушить, наверное. Карго полный, я думаю, выбросить пару мусоров, если у нас в следующий раз будет какой-то контакт, чтобы мы могли взять что-то новенькое. Потому что хуже мусора все равно не будет. 30 секунд еще прыгать. Вполне. В смысле мусора, ты имеешь в виду? У нас щит получается, смотрите, щит практически такой же, как и хул, прикинь. Ну, то есть, насколько пиздатый щит мы взяли. Угу. Были бы мы сейчас тут... с тяжелым кораблем, у нас бы было по 2000. А что Тринти оделся? А я люблю ходить. Тринти, у тебя секторы офф, это постоянная хуйня такая или что? Это когда я пробел нажимаю. В смысле, да. Сектор. Ну, у тебя шоу сектор было офф, я постоянно офф. А, ну когда я нажимаю пробел, чтобы скипнуть, он нет. Мы прилетели. Прилетели? Мы прилетели. Следующий, а security игрок, ну давай разберемся с ним быстро. Что у него, Джокер, по хпшке? У него 1140. Сейчас, я смотрю прямо на него. Достаточно. Можно, пожалуйста, энергии на пушки? Спасибо. Дал. Можете забирать с этих. И он реально, кстати, нас не видит. Нихуя. У него две турели. Ну мы пока... Обустани нам щитов, Джокер. Сейчас. И отошли ему что-нибудь веселенькое. Пусть веселится. Что-то еле это разделяется. У меня не... Я не знаю, как это... Короче, они не пересадились еще. Забей, мы его не чувствуем. Щиты у нас нормальные, я их могу даже убавить. Да, мы реально его не чувствуем. Немного ниже. Все, эта пушка дамажит по 30, это плохо. Я пересаживаюсь в лазерную, короче. У меня на оружие все торчит на максимум. Ты с лазерной только что, смотри, стрельнул, что ли? Вот я стреляю, это автоматом автоцель. Да, и лазерные тоже так себе. Нам нужны новая пушка, чтобы пиздата по хулу пробивать. Так, сейчас будет переворот. Вовремя. Пал все равно. Угу. Вот сейчас рейлганы, кто стрелял?
Это автоматическая стрельба. У нас потихоньку кончаются щиты. Не-не-не, щиты нормально, они... Ну, сейчас рывка пил полетел. Ух, ебать. Вижу. У меня щиты на максимум стоят. Что-то вообще на 15 вот это было. Нам нужны срочно новые пушки на корабль, это пиздец. Понятно. Как в элитке, помнишь, самые первые? Не думаю, оно not damage, понял? Тупо not damage. Вообще с рейлган на 30 пробил. Рейлган, блядь, пробил на 30, чувак. Че ужас. Ебать. Вот 260. Ну это Асмодей с главного орудия хуйню, блядь. Yeah. Я так вон 30 рейлганом стреляю и сколько? И лазером там по 30. Ух, ебать, Асмодей не попал, что ли? Попал, 30. Ну все, добиваем этого хмыря. На бот с рейлгана добил, блядь. Выкидывай 3 карго. Да, ой, сейчас, сейчас сделаю. 4 даже. Джетсон карго, Джетсон карго. Сколько? 3? 4. Давай, 4. Выбросил 4. Так. Дайте-ка подумать мне. Сейчас я быстро проверю состояние корабля и его пушки. У нас есть одна собрал главная турель. Что там было? И две о, маленькие. Слышите, мы что-то нашли охуенное. Хул какой-то на 880. Угу, сейчас гляну. Jump модул. Unactive. О, стандарт jump модуль. О, ничего себе. Jump модуль, да. Стандарт jump модуль вижу. Наноактив хул какой-то. Наноактивный хул, да. Хул у нас лучше. И CCG хул. Так, хорошо. Терентий. Хул у нас лучше. Да, jump модуль сейчас проверим. Стандарт jump модуль и... Да, я тут. Приготовь корабль к прыжку. Терентий. Мы подняли, мы подняли лучше. Терентий, следующий прыжок в 1.379 возможен? Сейчас посмотрю. Слышишь, смотри, у нас стандарт jump модуль, так точно я такой же. Я разберусь. А, не-не-не, тут лучше, слышишь? Меняй. Я меняй не могу этого сделать, пока мы не будем в доке. Координаты 1.379. Понял, 1.379, сейчас посмотрю. Нет, готов 16, прыжку. 16.93 мы 16.93, хорошо. Это будет в одном готов прыжке. Готов прыжку. Да, инициируй. Пока не вижу, нельзя. Ты просто движки разогрел, нормальная тема. Я типа должен прицелиться и дать радуге команду. У меня появилось там что, какой-то там сектор. Ну, другой сектор. Так, не та. Вот теперь тот. 1693. Да, слышишь, да. Смотри. А? У нас осталось, по-моему, 4 ракеты всего. Да, я знаю. Ты экономь, блять, их. А вот эта хуйня, которую ты стреляешь не ракетами, так вижу, это что такое? Гатлин, он тоже рейлган, просто большой. А он долго перезаряжает? Ну, раза два дольше, и не три, чем твоя. Ты бы им почаще хуярил, нормально. Так я им стреляю по КД. Так, ну мы охладились? А? Да, мы охладились. Мы холодны как никогда. Тогда мы впрыгиваем. Где? Нас сразу пиздец. Ой, кулес какой-то, слышишь? Клюс. Смотрю, кулес. Это не очень такой корабль. Он далеко, 5 километров. Если ты меня пустишь... Есть, я прыгаю к нему. Я разберусь. Капитан прыгнул. Нормально все. Ты даже не узнал, сколько там лайфформ. Минус один. Я в полном порядке. Блять. Да, я ничего не вижу. Ребят, это пиздец. Это нас, короче, только что отбросило жестко. Шус, их шестеро на корабле. Одного я только что убил. Значит, еще шесть, слышите, да? Слышите, мы прячемся, да. Мы прячемся за этим. Мы прячемся за астероидом. Быстрее. Хиляем. Радуга, я их сейчас вырублю нахуй. Я запрыгнул к тебе. Я пустом. Где они? Я вырубил им все. Красавчик. Так, где они? Где они? Абордаж. Я сбрасываю их ядро, уходи. Они идут, блядь, да? Да вот они слева, наверху. Слышь, я им все вырубил. Терентий, ты как, ты на корабле? Парни, у нас корабль, пустой. Я с вами. Убили двоих. Блядь, меня захуярили. А кто пошел? Нахуя вы пошли на абордаж? Я же сказал, я один разберусь. Какого черта? Я один достался. А мы все равно... Блядь. Джокер, я прошу тебя принять управление кораблем, блядь, и улететь куда-нибудь пока. Все, корабль наш. Я появился. Security дрон. Дальше security дрон. Я не умею главным орудием хуярить, мне придется... Джокер. Что ты качал? Хорошо. Я сканирую корабль, типа. Так, вроде все в порядке. Security дрон нас убивает. Я пошел на пушки, я не могу сесть в главное орудие, блядь. Мне придется сесть в рейлган. У нас что-то случилось с чем? Джокер, что это? У нас офлайн щиты и 900... У нас горит что-то! Блядь! Бери огнетушитель. Где? Я не могу управлять, слышите? Я не могу управлять, и он летает у нас под брюхом. Что, горит Джокер? Weapons? Где Джокер горит-то? Вот видишь первое, типа, вот это вот, переключатель, это что? Это может, блядь, на мостике что-то горит? Так, Терентий, все в порядке.
Можно уже? Ничего где не говорить. Где пожар? Где пожар? У нас где-то пожар в каком-то отсеке, там где... Инженерия, надо проверить инженерию. Стрелять! Блять, горит! Ядро горит! Ёбаный поганый! Чини, чини, есть репейр этот. Я чиню, я чиню как могу. Я не живой, я вообще-то, я мертвый давно. Терентий, нужно улететь. Охуевшему плохо, ребята, мы теряем хул, нужно щиты, нужно все. У нас кислород падает. А денег за костюм. Пошел, пошел, пошел кислород, пошел кислород. Так я с вами чиню. Так, тревога нахуй. Тревога красная, блять. Так, парни, надо валить, походу. Stay close to captain, блядь. Да убейте их просто. Я заряжаю вардрайв. Это... У нас, есть, только один человек, который может управлять большой, блядь, пушкой. Они за стероидом. Все, я сейчас... Ну я не могу лететь. Есть? Они за стероидом оба. Жди. Делаем, короче, убиваем их. Все, лечу, я лечу, включил лечу. Оружие, включил щиты. Хуярим. У нас, если что, вардрайв заряжен будет. А Кулис уже все? Больше не творите такую хуйню, пожалуйста, спасибо. Хорошо. Кого? Давай security дрон, потом курица. Категорически запрещено радуги и Асмодею потерять. Нежелательно... Ой, категорически запрещено Терентию и Асмодею. Терентию, да, и Асмодею. Блять, нам надо прыгать, нам надо прыгать. Тут пизда нам. Надо улетать, надо улетать. Я улетаю просто за астероид. Потому что Кулис все еще стреляет по нам. Если что сдаст цель, у нас заряжен вербдрайв. Идите кто-то на Кулис, у нас сейчас корабль умрет, надо уходить. Ебать копать. На Кулис невозможно, он далеко. 6 километров. Сейчас надо улетать. Ну так улетаем. Что, цели нету, что ли? Ну ты должен цель дать. Я подал. Терентий, у Терентия есть 1.37. Если, если мы можем, Радуга, если можешь, прыгай. Да, мы можем, мы можем. Все. Так, прыгай. Видите, все, прыгай. Все, вылетели, все, нормально. Летели. Ебать копать. Жесткий, конечно, вы. Кулис, нужно было бить на Кулисе всех и еще причем сломать. Они ресуются. Мы убили всех, они ресуются. Вам надо сломать этот, да, сайн-слайн. Ну, Шус вырубил их не вообще все там. Я там зашел, нахуй, все эти вниз под рубильники. Рубили обратно. Рубильники, бля, все вниз. Ну. Оно там все красный свет погас, блядь. Что это такое? Где? У нас свет погас. Перегрев. Да это Раду выключил. Раду, я ничего не вырубал. Выключите спотлайты, нахуй, блядь. У нас перегрев просто, блядь. Костюмы обратно положите. Положите костюмы, да, что за хуйня? Почему? Да нахуй они вам нужны? А вдруг кончится воздух резко? Ты о, бегаешь, кстати, как чёрт. У нас хул, нам нужна станция. Я понял, у нас щиты, нам надо щиты тоже перезарядить. Он, вот у меня, вот он не греется, блядь. Просто у нас там... еще 4 слота для вируса или усилителей нам нужно, наверное, забить. Мы купим что-нибудь. Так, мы прилетели, алло, Терентий. Мы чуть, чисто. Мы чуть не въебались в станцию. Репейр депот есть. Заезжай туда, да, заезжай туда. Продай мусор как раз. Сейчас сделаем. Я пока щиты... А, щиты надо вырубить, чтобы починиться, да? Да. Так, я продаю скраб пока. Тогда я вырубаю все щиты. Чинитесь, сейчас починимся по полной, нахуй, разберемся. Так, у нас... Скажите, когда начнем чинить, я вырублю щиты. Хорошо. Вырубай прямо сейчас, никто тут нас не будет атаковать. Все, так, вырубай щиты. Так, стандарт модуль там у нас надо проверить. Repair depot installation. У нас стандарт модуль на jump был, а он, там нужен какой... Вот, стандарт 3-4-3 5-5-3, нифига себе, ну-ка. Ты дал команду stay close to captain, вот они и пошли все к тебе. Кто они? Ну, вчетвером. Да. Stay close to captain. 3-4-3, у нас поставил получше jump модуль теперь, нормальная тема. Ставьте alert green, у нас alert level. И надо заплатить за починку. А, сейчас заплачу. Я могу тоже заплатить, ебать, 1200 кредитов. Плати, плати, плати нахуй, так. Только у нас 16. Я не могу, только ты умеешь, я не могу платить. ЦЦГХУЛ 1056, 880 всего. Это не подходит нам, подожди, сейчас проверю. Нано 810 не подходит нам. Слышь, парни, 4 таланта дали. Понял, не подходит, стандарт модуль проверили, щит-генератор не подходит. Все, все остальное можно продать. Так, Repair Depot, Full Repair 1265. Есть? Есть. Mm-hmm. Training Installship Components, Browse Goods. Sell. Продать. Сейчас хорошие деньги пойдут. У нас хороший улов. Терентий, сделай сейф. Угу. Щит, который мы выловили, стоит 4700, чел. Посмотрите, у нас 23 тысячи денег сейчас находится. Вот, ты можешь вирусов всяких купить? Там? Два вируса, два усилителя. Продать можешь? Уже оружие усилить? Надо. Слышь, оружие на один. Оружие. Так, я займусь кораблем или вам выделить средства? Я могу заняться сам. Да я так и сделаю. Так, мы починились, я щиты врубаю. Врубай. Я похожу так, по городу. Automated Trader System, Browse Goods. Да, Buy. Можно походить. Но я пока арбузик. Нам нужны хорошенькие турели, хорошенькие
Focused Laser Turrell за 15 тысяч есть, блядь, очень неплохая штука. Но нам лучше поставить парочку за 9. А нам хватит на них энергии? Хватит, конечно. У нас отличный генератор стоит. Они потребляют максимум 2000 каждый. С запасом. Так, капсулы топлива. До 25 поднял. А, ракет купил 10 штук заново. А наши старые сколько-то стоили? Охлаждитель радуга не сильно расходует, поэтому останется так. Install automated repair depot, install ship components, focus laser turret. Поставим его сюда. У нас есть пиздатая лазерка. И сколько у нас еще денег? А мы сейчас продадим эту хуёвую турель и купим еще хороший рейлган третьего уровня. Так. Браузер. У нас 1500 осталось. Не, сейчас мы продадим все. То есть, если брать вот, если снять вот эту хуйню, которую я поставил, вот сейчас просто по приколу я сниму и проверю. Вот, фокус от лазера я снял. Если продать вот эту штуку, которую мы купили, она будет уходить как горячий пирожок. Знаешь, за сколько? Сейчас скажу. Блять, не могу еще привыкнуть к этой всей хуйне. Так, эта хуйня за 14 тысяч уходит, которую мы купили, а мы купили ее за 20. Так, лазер турет продать. Рейлган второго уровня продать. Теперь... Короче, нужно что-то, но чтобы модули быстрее восстанавливались. Ну, для начала мы возьмем сейчас пушек, чувак, а потом уже посмотрим. Я тебя услышал. Следующий, я знаю, я не до конца еще просто разобрался. Рейлган турет третьего уровня, физикал, всего за 6 тысяч. Возьмем ее. Так, я не знаю, как получится по потреблению электричества, но я надеюсь, что все будет в порядке. Устанавливаю назад две хуйни. У нас в активе 1850 кредитов, это просто ничто. Так, мы полностью отремонтированы, да? И следующая мы готовы. Сейчас я посмотрю, куда нам. Квесты, все-таки мы собираемся опять пойти на... Муева, до прыжка. Точка 901 первая, после нее Муева, точка 433. Разворачивайте. Глушите, готовьтесь к прыжку. Я заряжаю. Ну, нам дали очков, ты говоришь, этого, таланта? 901 готов. А, талант. Много дали. Да, мне две дали. У меня 4. Я все, что можно, вкачал у себя. Уже все? У меня было... Из своих именно скиллов, они обычные? Да, там еще обычные можно сказать. Там эти серые, да. Хелсбург. Я возьму, наверное, этот серый, который резает тебя на 20% быстрее, да, за максимум. Смотрите, я вам рассказываю, как мы работаем. Радуга, точнее, Асмодей и Терентий вообще практически никогда корабль не покидают. Просто нельзя. Радуга... Асмодей и я? Да, Асмодей и ты вообще. Асмодей всегда на пушках, ты всегда за рулем. Радуга в крайнем случае покидает корабль. Джокер покидает в самом месте нормально. У меня, короче, что спасибо, у меня когда, ну, типа, мы не на корабле, ну, и вообще я рядом с тобой хожу, 3 хп в секунду регенить. Это пиздато, чувак, это прям... Себе тоже. А что за справа какая-то хуйня? Станция могу... какая-то, видимо. Станция. Могу до 5 вкачать, типа, в секунду. Так, ну что, мы готовы прыгать? Прыгать? Да. Поехали. 901 это Colonial Union, типа, свое, по-моему. Скипать будешь? Ну, сейчас еще нельзя, но теперь можно. Прилетели, 2 секьюрити дрона. 2 оба смол. Так, приготовимся. Они нас пора должны проверить, открывать. Пора проверить новые пушки, чувак. Нам максимум на пушки дал. Я не могу сесть за пушки, я не знаю почему. А, потому что это турели. Все, мне не надо. Смотри, они сами по себе хуярят. Нам щиты офлайн сделали. Не нам? Совсем офлайн. Нет. У нас еще есть щиты. Ну типа нам хакнули Джокер, пожарили. Антивирус. Запусти антивирус. А, то есть они типа, они не восстанавливаются. Угу. Типа того, да. А я это Цилиан я. Шип, это ты вызвал? Все, они восстанавливаются. Чего себе, это Джокер нажал. Они будут нам помогать, вот интересно? А зачем, мне кажется, не будут. Ну, надо за ним последить. Ты, смотри, сейчас бахнул туда, да? Да, я со всех турелей стреляю. А, ты со всех? А, не, а ты не со всех, они сами по себе, чувак. Я усилил наши щиты. Это туреты, они не действуют, они мне нужны наши. Я буду менять цели, как захочу, самыми буду управлять тогда. Пиздаем. Гниды. Так, пешку, все, ашка есть. Первый приехал. А вот тут таргет. Щиты пока управляю, нам не нужны они. Угу. Бля, больно мы им делаем. Да, действительно так. Смотри, а что там эти турельки нормально, да, хуярят? Да, одна 248, вторая сейчас гляну. Ну заебись, значит не зря потратились, они прям распиливают их. И, кстати, ядро не так быстро нагревается, как тогда. И у меня почему-то хп у всех спрыгнуло, я не знаю, почему прыгает, сейчас не видно. Ну это типа, да, это всех. Взлом. Мы не перегрелись там, нет? Пожар, а, взлом? Нет, пожар. Взлом, пожар. Мне кажется. Да нет, если нас взламывать, я это узнаю. У нас, наш корабль полностью в порядке, щиты мы потеряли всего. Да, да, ух, ебать.
Интересно, что значит house level has increased? У нас уже два хауса. Типа это плохая карма, типа хаус 2. Мне тоже так кажется. Мы убьем каких-то, блядь, ботов. Так они первые нападают. Слушай, а ты можешь подлететь к цивилин шип опять? Ты хочешь проверить, там есть кто-то или нет? Я его отсканировал, пишет, там никого нет. Сможем ли мы вообще туда подойти к нему? Пока не можем телепортироваться. Давай. Да, надо поближе к нему подойти. А ты собрал телепортироваться? Если бы я знал, где он. А, вижу. Полную энергию в движки добавьте, к пушке выключите. Сейчас. Добавляю. Я типа сканирую его на лайфформы, пишет, что нету. Пушки вырубил, добавил на движки. Угу. Он пропал? У нас генератор тут какой-то хэви-щелк генератора. Повтори, что у нас с генератором? Какой-то хэви-щелк генератор подняли. Мы? С них? Сейчас посмотрю. Heavy Shield Generator, тут еще стандарт Vector Thruster есть. Все, мы 4 километра, по идее можем ТП-шиться, если... Сейчас узнаем. Нету, его нельзя. Нету. У него мы никого... 2 километра от него. Так, они километр. Походу лагают как-то. Но он нас не стреляет, да? Нет. Угу. Вот я подлетел к нему вплотную, 600 метров. Не, мы не можем, мы не можем. Это который вот этот, что ли, сверху над нами? Да, да, да. Это что там, это мусор какой-то летает. Да. Это, он дело в том, что он не вражеский. Ладно, давай, Терентий, фокусируй дальше точку. Следующая точка где? Загружаю. В 901. Ой, Терентий, там не минералы 901. Есть, слышишь? Где минералы есть? Ну, сверху там астероид и минералы. Астероид я тоже видел, синий, да. А как их мини... Ну, что с ними сделать? Да, надо взять майн. Так. Боб, видишь? Может, вот туда можно залететь? Да, да. 13, а тут 4 яс. Помайнить, да? Не, может, можно просто залететь туда? Можно, спрятаться. А это типа пещера или что? Читаю что-то про Heavy Shield. Старейший тип щилд-генератора. Похоже, что он работает, но он, блядь, не продержится под давлением. Ты получаешь, ты получаешь то, за что платишь, ты дешевый ублюдок. Heavy Shield генератор. Ужасная хуйня. Ты, Джокер, не можешь не просканировать, ничего такого? Сейчас скажу. Ебать, Терентий, аккуратно углубляемся. Не, не могу. Че, хочешь в пещерку улететь? Да. Давай, Терентий, аккуратнее. Как нельзя высадиться, блин. Так, я помню, что кто-то бегал по этим пещерам. Типа, задний ход есть? На видео. Да, да, попробуйте ТП-шнуться. Нет. Круто, блять, они залетели. Включи свет, Радуга. Включить? Траст, да, да. Дай нам свет. Так она включенная. А, вот эти. О, заебись. Классный пещер. Зачет. Ну ты прям пилот от Бога, Терентий. Вылетаем отсюда. Лучше прям как Тимми. Заряжаю эти. Так, давай. Заряжно. Приготовь. А, Терентий, фокусируйся. Сейчас я скажу. Короче, эти целевины шипы, они пустые, они не проработаны еще. Прыгай. Прыгаю. Му Ева 7. Сейчас. Можно я и 7? Уже подлетаем. Да, подлетаем, я смотрю. Small security дрон. Security сверху. А, ну я там не нужен на пушках теперь. Я нам нужно найти тут. Надо найти. Дай, пожалуйста, тут, да, 4 штуки. Оружие. Да, даю. Даю, дал на оружие. Дал на щиты. На щиты нам пока не надо. Че он может, этот робот? Хода немного. У него энергия на оружиях практически полностью. Щиты наполовину, двигатель наполовину. Непонятно. Щиты почти у них уже нету. Че, сколько у него корпуса? Ебать, это не важно. Корпус у них уже 330. По-моему, это уже не важно, блять. Че, высадимся на планете? А мы прилетели в Муеву уже. Это Муеву, это планета, куда нам надо терять. Я ее просканировал, пацаны. И? На планете вообще ни одного живого нет. Не спешите на планету, для начала нам надо Так, лутаем. Все на позициях, я скажу, когда высадка. Так, снимаю с вейпана. Джокер уже оделся, блядь, сходил. Оно исчезло только что у меня? Ну, в смысле что? У меня синие штуки исчезли. Ну, так мы их подняли. Подняли, да? Ладно, давайте, все оделись в костюмы, давайте приготовимся к высадке в планету. В лайф-суппорте, блядь, скафандры. Ништяк. О, я со сканером буду ходить в натуре. Лот искать. Че, готовы? Давайте телепортируемся. Так, один враг пока вокруг. Тут, да, один нам враг. Тут надо найти. Тут есть воздух, можно снять. Воу, этот враг не стреляет.
Где я он? Вижу. Где он есть? 10 хп оставил, аккуратно очень. Уходи, уходи. Аккуратно, 36 у меня. Это я роботы, лечу, это стрейф, роботы. Стрейф, стрейф, стрейф. Это роботы. Их там двое уже. Да, звездные двое. Войны. Распилены, какие-то. Распилены оба. Парень, кто там надамажен со мной, ходите. Температура 58. У меня 160 хп, давайте за капитана. А, ребят, температура падает. Вход, кажется, с другой стороны. С другой стороны, справа, вот она. Тормозите. Ладно. Тормозите, пойдем. Я за Джокера. Надо найти здесь на задание здесь, найти меня. У нас температурка падает. 4 секунды. А, да, температура. Пойдем внутрь. Нет, поднимается, поднимается обратно, нормально. У нас тут задача найти медицинские суплаи, которые украли. Всякие медицинские штуки-дрюки. Так, внутри, короче, есть враги. Угу. Ну, мы аккуратненько. По идее должны быть. На первом этаже никого нет. Давайте чекать первый этаж для начала. Пошли. На том же месте лут лежит. Так, спокойно, пока никто не уезжает. Зачекали весь первый этаж? Вниз там еще длинный коридор. Здесь... Терентий, ты захилился? Почти. Забрал там все? Там вроде ничего не было. У меня там ничего нет. Я нашел что-то. Вот здесь у меня пушка лежала. Бим Пистол 2 тут лежит. Ну, мне, конечно, дамажит больно эти роботы. Ты просто чё? Наловил так? В лифт? Да, ждем всех. Так, Бим Пистол 2, я иду. Флор 2. Запускай. Приготовьте стволы. Что там по сканерам, Шокер? Покажи мне. Пока чисто. Дайте я посмотрю. Да, нормально. О, тут вот они, supply. По-моему, видим medical supplies. Раз, вот. Два. Вот они, да. Пикап, пикап. Забрали? Да. Так, тут есть мясо, бекон, блядь. Берите, берите, все берите. Все, что плохо лежит. Medical supply мы нашли, да, которые там стоили искать? А две только, еще две надо найти. Еще две. Какие-то железки. Плюс один, возьму. Окей. Так, парни. Да. По-моему, я умер. Серьезно? Что случилось? Чего? Упал? Я вышел на балкон, а на балконе... Ебать, короче... и меня тоже! На балконе типы есть. А там тип, который тебе 100 дэмэджа просто вписывает за секунду. Угу, да. Согласен. Я тоже выхватил. Сейчас на корабле появимся. Угу. Так, Радуга, нужно... Выход сразу слева. Так, на выходе он... Как только выходите, он сразу слева. Ну что, по одному давай выйдем? Давай вместе. Давай вместе, вместе втроем. И сразу влево, и сразу влево огонь. Медикал сапог какой-то, блядь. Он жирный, да? Я мёртв. Нет, да-да-да, всё, он умер. Я умер. Ништяк, так, остался один. Надо одеться. Гренти. Мы что, пойдем его убивать? Ну, мы пойдем. А он умер уже. Я забрал они это. Они все мёртвые. О, objective complete. Shipping Нет, Гренти живой, мы со смотрим умер. Всё, я появился. Я его добил, короче. Ништяк. Ебать, он был жесткий, конечно. Толстячок? С него что-нибудь выпало? Нет, только... Тут еще один. Можешь подождать лучше нас. Да, я тут маншу за лампой, за лампой. Я уже иду. Что, второй этаж, подожди. Я еще не внутри даже, меня подожди. Metal Bandit он не называется, умер. Heavy Pistol плюс 2 какой-то поднял я. Так, сейчас надо вызвать сначала. Да, я вызову сейчас. Я уже вызову. Меня подождите, пацаны. Капитана. Да, ну пока лифт идет. Я походу... Я что, мимо пробежал, блядь, я не понял. Там налево надо было бежать. Да, получается так. Я не увидел вход. О, смотри, я придавил. Он умер? Да, он умер, да, сдавил меня. Че, на второй? Второй этаж, давай. Давай, второй. Тенти, ты на втором? Да. На балконе вроде ничего. На балконе, на втором. Еще там есть тип? Не, я так проверяю новую пушку. Ну, нам еще надо по квесту еще двери. Поехали дальше, или ты проверял уже? Давай на третий, да, давайте на третий. Тихо, стой, не уезжай пока. Тут лут еще один есть где-то. Это не на том этаже. Едем на третий? Пойди, подожди, пойди. Там еще не все. Пошли, Джокер. А, это на третьем лут есть. Давай. Короче, две шмотки еще на третьем этаже есть. Сейчас я верю. Покажите, что у кого есть. У кого самое голимое оружие? Кому пистолет подогнать? Парни, вы что вниз поехали? Это Асмодей. Крис Асмодей. Асмодей нужен. Давай его задавим. А смотри, залезай по третьей. Мне уже задавили этот раз. Ехайте на третий, короче, я поднимусь. Прыгну к вам. Вот на третий, да? Да, да, едем. Сейчас я сверху. Давай. Ага, ништяк.
Кстати, а тут прыгать-то нельзя, как на станции, там, помните, мы прыгали высоко. В самой станции все чисто. Приготовьте, сейчас будет какая-то... Это балкон, опять же, блядь, надо вместе. Раз, два, три, выходим. Давай, поехали. Чисто, чисто. Справа, походу. Не чисто. Справа, справа двое. Хуярю. Где второй? Еще один, метал бандит, еще один. Вижу, хуярю. Хорош. О, еще один. Нет. Да, еще один, еще один. Есть, большой, большой. Элит, элит метал бандит. Блядь, я перегрел пистолет свой. Я тоже, блядь. Ну вот, мы его победили. Вот, supply 2 как раз я про них говорил. Последние, да. Пикап мини пацаны. Вау, уже комплит. Тут ничего нету. Я про две шмотки. Тут ничего нет больше родных. Вот телепортер, мы могли бы на этот телепортер. Столы да? проверить. А, нет, ты говоришь, нет лута даже здесь. Да, да, камеры. Не показывает. Ну все тогда, поехали назад. Все в корабль. Бля, какие-то не однотипные станции все. Да, ну это альфа пока. Готовы все ехать? Сели. Кто-то нет, кто-то. Тайр, Терентий, ты иди. Пистолет, конечно, больно бьет, но перетолкнуть. Долго перезаряется очень, пиздец. Я уже лучше хэви бим возьму, он, блядь, стреляет хотя бы. А хэви у меня тоже, он у меня хэви пистол какой-то. Он хоть очень посильнее долго стреляет, типа. Ну да, но долго тоже. Теперь опять полчаса лететь на обратно, что ли? Ну, сдать квест, наверное, или как? Хуй знает. Типа, мы давай посмотрим. Очень долго. На корабль давайте там снимем эти ебучие скафандры. И решим, что делать дальше. Так, а как вернуться на корабль? Как же пришел? Угу. Фух, вообще, ну, скафандры. Слава богу, запарился уже у них. Так, ну они на корабле у нас тупая. Раз, два, три, четыре, все. А мне норм в скафандрах, кстати. Я не знаю, чего вы так горите на них. Так, овервью теперь надо посмотреть. Missions. Готово. Возвращаться надо... Сейчас посмотрим, куда. Missions. Сектор 0, да? Да. Или нет? Подожди. Транспорт, оффроуд. Медуза 7 visit. Missions. One of our current route and... Не-не-не. Я не помню, где мы брали квест. Ну, на станции, как она называлась. Давайте попробуем припарковаться к любой станции, которая принадлежит нам. Как вам такая мысль? Ну, нужна большая такая, знаешь? Ну вот, пожалуйста, принимай путь. Сейчас заряжу. Нашел? Ну да. Именно большая. Хорошая. Так это не большая, это маленькая. А какая это? Не? Нормально. Магазин игр shoes.pro, бандиты. Покупайте приятные игры по приятным ценам. Также обратите внимание на моих партнеров lootcase.ru. Сделай себе подарок. Все ссылки можно найти в описании под видео.